Призыв в армию в этом году продлили на один месяц. Соответствующий указ подписал президент. Согласно документу, осенний призыв продлится с октября по декабрь этого года. То есть вместо двух пополнения в армию будут набирать 3 месяца. Я напомню, на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, без физических отклонений и не имеющих освобождения или отсрочки от исполнения воинских обязанностей в армии.